начинается утро. Утро начинается с росы и дубака. Белку я оставил, взял воблерки и пошел на свое место. Попробуем. Сейчас раз 5 кину вертушку, вытащу щуку большую, а потом воблерки покидаю. Блять, солнце еще не уходит. Вот реально холодно. На солнышке-то хорошо, тепло. В тенек заходишь и все. Сразу жопа, холодно. А мы еще с палатками хотели ехать. Представляю, чтобы в летней палатке проснулись. Еще зимние-то ладно, хрен с ним. Что-то вода ушла куда-то. Странно. За ночь причем. Ладно, фиг с ней. Ого, реально что-то ушло. Прям дофига. Так, ладно, все, пацаны, я пришел. Вот и смотрите, свежеподранный. То есть его сейчас подрала щука. Размером-то побольше. Так что ставим воблер, этого шнура отпускаем. Значит, похоже, где-то тут моя бывшая шарохается. Сейчас я ее буду доставать воблером. Да, малого жестко подрали. Свалишь, нет? Свалил. Нет, стоит. Ну, чуть-чуть оглох. Вон он стоит. Сейчас уйдет. Очухается. Мы его подрали жестко. А играться вот таким воблерком будем. Кстати, ручная работа в Питере делают. Кайфовый. Ну, если его подрали, значит, это для нее прям шоколадка. Ты там не замерзла? Похоже, не то, что замерзла, исчезла. Нет, солнце вышло, начинает греться. Ну, понял. Ладно, если что, свисти. Ну, хорошо. Ну, если честно, дубовато. На воблер пока тихо. Я думаю, сейчас пока сюда солнышко не дойдет, кидать бесполезно. Но шнур был здоровый. Это что, можно даже 130-й воблер попробовать. Блять, ну здесь мелко. Ну, можно и так. Посмотрим. Солнце выйдет, там посмотрим. Я так понял, здесь с 9 и поперло. Ну, вчера вот сколько мы? 3-4 уехали. Ну, вот, считай, время еще 8 нет. Бел, так ты справишься, вытащишь? Да, я ногой ее зажала. Хорошо там за подбородок было. Я вытащила уже. А воды наберешь, чтобы ее закинуть? Ладно, сейчас. Давай, потом скажи, набрала, не набрала, я, если что, подойду. Короче, белка уже киложку вытащила. Такая взялась, скотина. И опять же все на вертушку, блин. Ладно, будем дальше черпать. Все в России. В траву зайдешь, потом весь мокрый будешь, блядь. По уши. Вот здесь плескается, сейчас подойду. Я вчера отсюда вытащил. Неплохую. Может, сегодня удастся. Какой воблер кидал? 60. Начал кидать и, короче, в камыши завожу. Как бомбануло, смазало. Я давай еще раз скидать. Опять бомбануло, смазало. Блин. Я уже потом такой думаю, блин, ну как ее вытащить-то? Пошел вертушку одел, два раза кинул, вытащил вот эту.
Ну, она же там и была. Ну, а там кипиш наводит, там котлы такие. А я, кстати, смотрю, они это, уже стоишь, ну, что, раз, там, там. И потом просто такие стрелы где-то от середины и сюда к кустам. Кустам я такая, о, пошла хавать. Ну. А она прям стрелой такая, вух, туда. Другая в ту сторону, это в эту сторону, пошли хавать. Там вообще... И только сейчас пришла. Такая же фигня, сколько времени? Раньше смысла нету приезжать. А я там кнопку нажал, у меня радио поет. Я такой, нормально, сейчас всю рыбу распугаю. А там лодочников, они с одной лодки, и стоя, и вдвоем там, там дальше. Там вот самый прикол, что здесь они все лодочники и федеристы. Вот целый день они с пяти утра сидят и хрен что ловят. Они, многие сюда не плывут, думают, что здесь мелко. Ну, не то, что мелко, еще плюс вот именно вот эти вертушки. Вот именно на них все ловится. А, ну вот еще у белки вот эта железяка. Она тогда такая... на протоке щучку вытащила. И вот сегодня она вот эту большую. И все окунь. Остальное вообще не работает. Вот я воблеры час кидал. Вот один раз долбанула она. И то я ее не вытащил. В общем, кайфуем по полной программе. Сейчас жара должна выйти, вот тогда она играть начнет, мы еще натаскаем. Я думаю, мы сегодня с десяточкой точно справимся. Но это не точно. Красиво, тихо. Ветра нет. Вообще кайф. Блять, лодка бы была, было бы проще. Конечно. Так, вообще что-то тишина. Да. На лодке сидят. Эти федеристы, блядь. Целый день сидят. Нет, они ловят. Стоя стояли. Долго кидали. Молодцы. Не там кидают. А погодка сегодня вообще класс. Сейчас на моем месте солнце выйдет. Ну там уже у тебя подходит? Да, я там прям, мне вообще, я замерз как собака. А, у меня хорошо вышло. У я так вон, прям... смотри. Ага. Дубак, бля. Ну я туда, у меня там два места, три. А у меня одно, я хожу, здесь стою. Поэтому ты больше его ищу. Я по колено мокрый весь. Вот я там ползаю по говну. Там проваливаешься вот так вот примерно. Не, я так боюсь. А мне смысл сюда подходить, здесь трава? Нет, здесь сюда нет, подходить, нет. Здесь трава. Смысла нет ходить. Слушай, ну здесь я бывшую свою. А? Здесь я говорю, бывшую. Ну, если я ее встречу, поймал, да. Я привет передам. Ну, не вот сволочи в траве. Ну, пока плюхов нет, я думаю, сейчас... Есть, жара... есть. Нет, вот как вчера было в обед, так вообще здесь все, блин, свечки были. Свечки здесь, ты что? Я на том месте вертушку возьму. Зачем, если меня она на нее сейчас не ловится? О, да, окунь. Шнур был, да? Маленький. Маленький. Нам маленький не нужен. Как ты его увидел? Я не увидел. А вон туда пошел. Малька сиганул. Так он и здесь. Это вот, живет здесь один. Малек маленький. Нафиг не нужен. Ой. Так-то. Слушай, ну малек вообще маленький. Конечно, она вся голодная. Щука, кстати, вся пустая вообще. Вот сколько разбирались. Здесь щука неудачница живет. Она не может ловить. Да она у него промеж зубов эти мальки вылетают. Ладно, пойду я на свое место. Давай. Не хочешь ты в прямом эфире ловить? Давай, если что, свести. Ну. Потихоньку, кстати, жара подходит, да? Мне уже жарко здесь. Ну, пока я раздеваться не буду. Кстати, вчера загорели вообще. Просто кайф. Так. О, окунь ожил. А я думал, он уже все. Кирдык ему. Так, батарейку придется с собой взять. Что-то у меня не хватает, блин, питания. Вроде заряжал. Кто-то цапнул хорошо. А? Цапнул кто-то. Ладно, я пошел. Давай. Ой, ёб твою мать, забрался, блядь. Трясина одна. Но здесь плескалось как бы.
через травку ты здесь сильно не покидаешь. Ну, можно. А вдруг? Ну, красиво, блядь. Сам в шоке. У нас маленький перекур, там горе-рыбаки приехали. Два деда. Один с удочкой, второй со спиннингом. Вон, у тебя шнур гоняет возле этого. Надо бежать. Ну. Ехали, пока сели. Пока записываешь. Три раза кинули. И нифига, а, короче. А, я этого делаю. И давай таскать вот этих пузырьков. Я думал, они их отпускать будут. А они их в бедро, блин. Ну, может, коту. Я надеюсь. Так они окуни? Окунь, чебак. Да там чебак вот такой вот. Вот, как твоя вертушка. Блин. И окунь такой же. Я пока стоял там рядом в кустах. Окуней поймал, отпустил их нафиг. Маленькие. Сейчас наконец-то хоть уехали. Сейчас пойду обратно. Я только-только начал щуку там в это вычислять, блядь. Она то там гоняет. Два раза дернула, блин. Смазала. И тут на тете приехали. Ну, думаю, ладно, что теперь? Не без этого. Белка уже пошла на этот. На охоту. Хоть бы раз что-то в прямом эфире поймалось бы. Я же не знал, что на траву проходят. Ну вообще лучше этой проходит, прикинь. Хотя у меня тоже тройник. Так они, вот мы там проезжали, походу эти два деда там были. Они, говорят, ни поклевки с утра. У нас уже 3 килограмма щуки лежит, у них ни поклевки. И меня вот это вот, правда, ну вот реально, они то ли ленятся спиннинг кидать целый день, то ли что, то ли вот такая рыбалка должна сесть вот в кресло и семечки халкать. И ну, вот да. Эти вот... Колокольчики стоят, 285 штук. Ну и типа это рыбалка. Блин, мы туда-сюда ходим. Это вот у нас мы часы просто не взяли. А, и кстати, замер шагов не делали. Раньше мы по 15 тысяч шагов делали. Это вот на одном месте. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Так еще прыгали вот так вот. Да, с горы. Кстати. Здесь горки нет. И здесь я еще стою здесь. Ну, это весь день стоишь. А там мы, допустим, вот дальше. Там... Гора, спуститься, подняться, и вот так целый день. Белка, кстати, похудела, между прочим, из-за этого. И велосипеды, и спорты всякие там занималась, и что только не делала. И в оконцовке на рыбалку пошла, я такая сразу схуднула, блин. Короче, я пошел щуку добывать свою, которую мне деды испугали, засранцы. Вчера 10 километров прошло. Да? Ну вот, ну я чуть больше прошел. Потому что я туда, к тебе, сюда бегаю. 13 тысяч шагов вчера. Ну я, видишь, здесь стою практически. Фу, красота. Не, все равно я кайфую. Пусть комары, пусть жужжат, блин, пусть это. Зато последние дни вообще в кайф. Сейчас неделя дождей. И еще одна неделя будет. Если все получится, прям чики-пуки, мы, может быть, завтра уедем за грибами. Да. Сами сказали, сами нихуя не поверили. В этом году как-то чокнутая фигня какая-то, бля. Странно. Конец августа. Вода цвести начинает. Чё к чему, бля. Вообще непонятно. И щука в этом году как озверела. Раньше там полторашку-двушку поймаешь. Ну, штуки две за лето. Прям радость. Окуней, правда, в избытке было. А с щукой вообще проблема была. А в этом году килошки, полторашки, 800 граммовые. Как за здрасте было. 15-20 штук за раз уехал. А окуней нет. Вот чё к чему. Пошел на место, на наше, на мое. Деды свалили. Надеюсь, сейчас кого-нибудь вцеплю. Переключились на вторую линию. Что-то первую линию засирают эти рыбаки. Сейчас проверим. Бел, проверка связи работает?
работает нормально. И не шипит, не трещит? Нет, кстати. Я тоже, кстати, заметил, чистота получше. Ну так тогда это самое рыбаки, наверное, перебивают, которые на лодках гоняют. Оно и шипело, что кто-то был на линии рядом. Ну давай тогда на второй линии торчим. Все, давай. Мухи появились долбанные, которые кусаются, собаки. Что-то у меня пока тишина. Назад щука прыгнула на мою и не поймала. Ну такое бывает, у меня тоже в этом году два раза уже щука на щуку прыгает на ходу. Так ты ее упустила? Да я тебе хотела сейчас сказать, остановилась у берега, и она такая в прыжке на нее и промазала, я стояла дальше. А вторую-то вытащила, ой, вернее первую. А, она на приманку прыгнула. Я думал, ты щуку поймала, а та на вторую прыгнула. Не, на приманку она сейчас прыгнула. Ну, это еще рогайка. Ну, я понял. Такие дела. Пока тихо. Зато красиво. Красиво. Куста у берега-то прыгнула. Ну, у меня так что-то долбит. Удары были, но это окунь, не щука. Так, что-то это место у меня выключилось, блин. Вообще даже не плещется. Пойду в траву залезу. Красота. Так, сюда на полезу. Здесь, кстати, я вытягивал щуку. Вот что-то вчера, сегодня вообще тишина. Вода ушла. Ну и что, что вода ушла? Ушла и ушла. Так, вот здесь попробую, покидаю. Должен же здесь кто-то жить. Окунь-то хоть нормальный? Белка окунь. Такой же. А, ну тогда его в пакет. Пакетный окунь. Ну а что, на уху нормально. Мы окуней любим, жареных особенно, больших, жирных, чтоб съедобный был. А эти так, грамм по 200, по 300. Вот на той стороне окунь жирный есть. Но он падал на той стороне. Так, маленький перекурчик, где бы плюхнуться. Здесь надо. Что-то выключилось все. То ли ветер, то ли действительно то, что вода ушла. Хер его знает. Ладно, посижу, покурю, подумаю. Куда бы залезть. Лодка нужна. Вот в этом году хотели брать, не взяли. В следующем надо брать. Ой, блин, отдохнул чуть-чуть. Фу, да пора уже опять закидывать. Сейчас посмотрим, если нифига сегодня не будет. Свернем базу, да, поедем. Другими отпускными делами займемся. Ох и щука. Прям щука-щука. Надо же, блин. Зверь какой попался. Ну, значит, только сейчас пошла. Я сейчас щуку вытащил на грамм 10. 10 грамм? Ну, чуть больше приманки. Ну, это заебись. А цепи щуку? Она сама
оторвалась на берегу. А, ну тогда кайфово. Ну вот, белка еще одну щуку вцепила. Я что-то сегодня щук, ну я одну здоровую поймал. Или две. Нет, одну я поймал, здоровую. Ладно, буду пырхаться дальше. У меня сегодня что, день карликовых щук? Ну это прям что-то с чем-то. Стой. Господи. Тихо. Тихо. Ты отпущу. Домой пойдешь с пирсингом. Все, иди. Какой маленький, мелкий шнур. Еще и сопливый. Засранец. Слушай, ну мне сегодня везет на 10-граммовых щук. Стайка, наверное, стоит. Ну, они гоняют здесь. Я думал, это большая подошла. Они тут туда-сюда и бух-бух одна за одной. О! Вот это уже что-то плюх хороший был. Я думаю, они только сейчас вышли. Я пошел. Что-то выключилось место. Мелкие шнуры пошли. Блин, ну мне казалось, где мелкие шнуры, там и крупные. Ветер. Вот только ветер стих. Сразу бах-бах-бах. 5 мелких шнуров. Я не стал уже их снимать. Хоть что-нибудь там. Как собаки прыгают на эту. Только успеваешь вытаскивать. Один, второй, третий, блин. Кофейку надо для рывку. Ну и это, пододеть что-нибудь. Тучи, падла, нашли. Холодно стало. Вот такая погода. Кстати, поэтому, по прогнозу я вчера смотрел. До 12 часов прям солнце. А, и все, значит, а после 12 вот это все. Чудо прелестное. Можно уже не загорать. Да все уже, да. Тучи нашли, блин, и как-то холодно стало. Ну не холодно, как бы. Завтра еще жарко будет. А. Завтра. Завтра дождь. Завтра дождь. Может быть, падла мне эти комары достали. Кусают, что ли? Ну, там в траве стоишь. Все равно по кайфу. Ну. А народ сейчас работает. Сейчас стихает. Трудится. Не, все равно по кайфу еще мухи жужжат. Сейчас 2 недели. Вот. Да хрен на них. Я вон зашел, когда в этот. Там, как знаешь, ощущение, что я к ним домой пришел. Все вокруг жужжит. Я думаю, ну все. А потом думаю, а что я их трогаю? Они меня не трогают. Mm. Все, и спокойно. Ну просто когда ты закидываешь, она может подумать, что ты это. Не. В нее. Она, а, ты договорился она, с ними, да? Она подумала, что я тучка. У меня сегодня все щуки хорошие. Сами отцепляются. Ну и нормально. Так что. Вчера эта скотина заглотнула. Mm. Вчера щука заглотнула, так мы вечером. Я уже башки, голову отрезала. Пол башки ей разобрали. Ну. Смотри, плюхается. А, это мирная. Ну. Камеру решил взять. Ой, блядь. Вдруг белка поймает кого. Сразу, чтоб заснять. Ой. Так, что у нас? Время, пора обедать. Я не взяла эту ветрозащиту. А, беда. Плиточка. Горение, ёпта. Такая фигня, блин. Самоделки, блин. Пустой, нет? Да нет, должен. О, горит. Красота. Самая лучшая еда.
давно не ели мы такую еду. О, смотри, стрелка пошла против этого ветра. Кобыла какая-то плывет. Теперь... О, это обед... Еда богов. Богов, блин. Вообще кайф. Кто не шарит, может не смотреть. Ну, это, кстати, мы второй раз за год берем. Я люблю, мне нравится. Ну, это нормально вот это. Вот это да, нормально. Угу. Пока сидели, кушали, у белки там все как зашумело со всех сторон. Побежала. Вчера у меня нормально было, сегодня белка прям таскает одну за одной. Сейчас глядишь в прямом эфире, бабах, что бывает крайне редко. Бух. Да блин, солнце вышло, сразу тишина пошла и рыба заиграла. Как только тучи, все, тишина, ни рыба не клюет, нифига. Ну, в разные стороны мальки. Шнур пришел, бегает. Может, грамм 500-600. Здесь вот эта лужа, она вся кипит щукой. Щука, окунь. Мирную рыбу не знаю. Что там есть? Ну что-то есть. Белка окуня довела. А он на нее плюхнулся и ушел, короче. Ну, блядь. Засранец. Блин, туча прям над башкой висит. Пока солнце светит. Пошел на свое место, прогуляюсь. Решили так, как только солнце исчезает, вот за эту тучу, собираемся и валим. Всю рыбу не поймаешь, а на сегодня мы уже себе взяли. Что ж такое-то, а? Для полного счастья дождь пошел. Алло. Выключайся нафиг. Хуёб твою мать. Вот она. Кобылка, блин. Жилка заглотнула. Ты хрен достанешь, блин. Ну вот. Получается, щука в дождь и в грозу хорошо клюет. Так что как-то так получается. Туча вроде боком пошла, солнце вышло. Сейчас мы еще парочку-троечку натаскаем, и уже можно домой ехать. Какая шустрая засранка мелкая. А тихо ты, блин, сейчас отцеплю тебя. Твою мать, что грома не хватало с грозой. Очень круто, блин. Ты слышала гром какой был? Там все небо черное сюда надвигается. Что, сваливать будем? Нет, в дождик постоим. Там сейчас ливень ебанет. А, очень классно. Все, закончили нашу рыбалку. Да уже некуда ложить. Да и дожди, на гром, молнии. Зевсы нападают, да? Все, сваливаем нафиг. Так, все, спиннинги положили. Да, положили. А что ты это сюда? Когда дождь был. А.
На это закинь в рюкзак. Фу. Да, у меня. А, я закрою. Все. На сегодня точно все. Закончили. Щучье логово закрыто. Серия вторая. Да. Ну, что-то я подустал. Я сейчас ногу моталась. Вчера так бодро все было. Прям с утра и даже есть не хотелось бы. Без воды были. Да, без воды были, и жарище стояло вообще просто кошмарно. Хотя сейчас, смотри, 27. Ну, это машина нагрелась. За два дня так оторвались по щуке, просто, блин. Вот я бы еще по окуню оторвался, он тоже прикольный. Но он что-то засранец не хочет. После сапог ноги горят просто как-то ужасно. У меня аж отдыхает, как в тапочках. Я тоже кроссовки одел, такой вау, ништяк. Хорошо. А без сапог никак. По кайфу, блин. Без сапог не. На щучьем логове здесь без сапог вообще никак. Потому что здесь даже наши сапоги, они так. Мы их брали, чтобы по травке ходить. А тут, блин, как встанешь где-нибудь, ушел по колено. Так, ну мы не прощаемся. Пока еще, мы еще едем. Хрен его знает, что еще в дороге может приключиться. А мы вообще сюда поедем? Угу. Ну что-то башка вообще не соображает. Ну что-то вымоталось как-то странно. Ну. А мы потому что вчера еще это, делами занимались. Легли только в первом часу ночи. Но... Из трех не спали, то будильник, то встанем, то ляжем. Вот так. Считай, в три уже будильник сработал. Вчера ухандохались. О, федеристы, ёпта. Мы второй день уже, блин. Они там на лодке. По ведру щуки высасываем, блин. Они там фидеры свои кидают. Не, ну я не против, но я не понимаю эту рыбалку. Лещ. Лещ, да, лещ. Чё с ним делать, с этим лещом? Щукой-то ладно, мы зимой будем кайфовать, вспоминая, как мы ее ловили, да? Угу. А вот, блин, с лещом один раз попробовали, такое говно, блин. Это жопа какая-то. Здесь хоть дождь и не обещают, здесь же этот Бермудский треугольник. Угу. Здесь свои погодные условия. Сколько раз здесь были, блин. Постоянно какое-то непонятное, блядь, явление. Вроде выезжаем, жарище везде, вот вообще везде. Как только здесь пересекаем, здесь вообще цунами какой-нибудь, блядь, дождь, молния, гроза, ветер. Угу. Деревья с корнем вырывает. Бермудский треугольник, блядь, везде поливает, молния, гроза, блядь. Сейчас отсюда только выйдем. Ни молнии, ни грозы не будет. Это 100%. Непонятные погодные условия здесь. Здесь вообще все непонятно. А здесь никак не сориентируешься в этом месте. Здесь само по себе все живет. А тут даже зимой, допустим, выезжаем. У нас плюс, допустим, ой, плюсовая, так сказать, минус там 20. Сюда приезжаем, минус 35. Угу. Зимой выехали здесь, тоже в лесу остановились. Погода вообще солнечная была. Сюда приезжаем, здесь вьюга. Нифига не видно, блин, все замело. И вот здесь само по себе. Ну, здесь природа сама себе живет, вон, пожалуйста. Хотя на сегодня ничего не обещали вообще. А здесь вон поливает со всех сторон. Ну, там тоже, да, поливает? Да, там тоже все поливает. Опять эти забавные девчонки втроем шпарят, видимо. Поехали. А водичку у нас покупают. Я даже не знаю, сколько за литр. Вот. 4 рубля литр. Круто.
мы уже на выезде. С одной стороны молния, с другой стороны солнце. Чё к чему? Блять, чё он меня гаснет? Ну вот, о чём я и говорил. Здесь какая-то аномальная зона. 2 метра проехали, и тут всё, ливень.